Всем привет! Сегодня к нам на обзор попал довольно-таки интересный экземпляр от молодой компании Seven Friday. Итак, приступим. Модель из Q-серии с референсом Q3-01. Те зрители, которые являются постоянными завсегдатаями Instagram, наверняка уже сталкивались с данной маркой. Ведь не зря их называют одной из самых популярных часовых компаний этой соцсети. Прежде чем я начну что-либо рассказывать, хочу, чтобы вы просто на них посмотрели. Согласитесь, часы кардинально отличаются от всего того, что мы с вами привыкли видеть. Это, собственно, характерная черта всех часов от марки Seven Friday. Они не пытаются кого-либо копировать, а создают в своем роде необычные, интересные вещи, в какой-то степени даже уникальные. Корпус часов имеет необычную форму. Материалом при создании послужила проверенная временем сталь марки 316L с черным PVD-покрытием. Несмотря на внушительные габариты, на руке часы сидят очень даже эргономично. Главной особенностью данных часов является нестандартная индикация времени. В районе 10 часов располагается окошко с часовой стрелкой. Кстати, время отображается в 24-часовом формате, что очень удобно. Минутная стрелка располагается в самом центре циферблата. Ну, тут все достаточно понятно. А вот индикация секунд реализована за счет разноцветных стрелок. И чтобы узнать, сколько секунд показывают часы, нужно будет проводить простые математические сложения. Давайте, чтобы вам было понятнее, разберем несколько примеров. Обратите внимание на часовую стрелку. Здесь у нас 24-часовая шкала. То есть сейчас часы показывают 14 часов. С минутами все относительно просто. Сейчас 15 минут. А вот для того, чтобы определить, сколько секунд показывают часы, вам нужно обратить внимание на цвет секундной стрелки. Если он красный, то значит сейчас ровно столько, на какую цифру показывает стрелка. В нашем случае это 10 секунд. Если же стрелка оранжевого цвета, то к текущим данным мы плюсуем 20 секунд. То есть сейчас на часах 35 секунд. Ну а если стрелка зеленого цвета, можно смело добавлять к текущему значению цифру 40. Теперь часы показывают 45 секунд. Поверьте, мне тоже в первый раз это показалось сложным. Но как только мы улавливаем основной принцип, все сразу становится понятно. Часы механические. Механизм Miyota. Все это находится под защитой минерального стекла. Ну вот здесь, конечно, спорное решение. На задней крышке можно увидеть NFC-чип, такой себе аналог штрих-кода, в который заложена основная информация о часах. Модель, серийный номер, ну и так далее. Считывается с помощью приложения, предварительно установленного на смартфон. С помощью данного приложения вы можете зарегистрировать часы в базе Seven Friday, тем самым проверить их подлинность. Помимо этого, вы получаете доступ к каталогу часов от компании Seven Friday. Доступно как для Android устройств, так же и для iOS. Ремешок выполнен из натуральной кожи, под стать к часам, достаточно плотный. Застежка классическая, с нестандартным крепежом. Если мы посмотрим на внутреннюю ее часть, то увидим выгравированный логотип компании. Кстати, эту и многие другие модели данной марки вы можете найти на нашем сайте, или же посетив один из наших магазинов. Отдельно хочется остановиться на упаковке. Тут тоже все не так просто. Часы поставляются вот в таком деревянном футляре, в милитари стиле. Внутри международная гарантия в виде карточки. Здесь тоже производитель не стал экономить, она металлическая. Инструкция, в которой подробно расписано что и как, микрофибра для ухода за часами, а также стикер-пак с рекламой Seven Friday. Если вам понравилось данное видео, подпишитесь на наш канал. Таким образом, вы не пропустите наши следующие видео. Ну а поставленный лайк ускорит их выход.